Привет, друзья, я Выловлев. Здесь у нас проходит день поселков. Так красиво. Музыка. Долго снимать не буду, потому что музыка, сами знаете. Сейчас забанят сразу. Салют должен быть, салют, может, сниму вам. Жизнь прекрасна и удивительна, ребят. Все замечательно. Качелики. Самое интересное, один ребенок катается на качеликах. Батут. Ну, на батуте дети еще есть. Шашлыки. Кафе Каренова. Кстати, Карена, очень вкусный шашлык. Приходите. Паровозик ездит, детишка развозит. В общем, как-то так. Артисты поют. Давай, говори. Дорогие подписчики Светланы Светлой, поздравляйте нас с нашим праздником, Днем Иловли. Иловли сегодня исполнилось 400-375 лет. 400-375. Да. Плюс-минус. Да. 430-375. В общем, поселок процветает, живет своей жизнью. Ни от кого не зависит, кто-то свой бюджет использует на такие мероприятия и развитие села. Да, и Карен принимает в этом участие. Молодец. А вот и салют. Дождались. Ну, конечно, не как на китайской границе. Благовещенский Владимир. Я к вам обращаюсь, когда сегодня смотрела салют ваш. Не ваш, вернее, китайский. Который шел больше, чем полчаса. Красота. Пусть хоть такой. Ребята, жизнь прекрасна и удивительна. Не забывайте об этом. Живите полной жизнью, радуйтесь жизни к любому моменту. Благодарите жизнь, что вы живете. Лучше жизни ничего нет. Покупаю. Чапа у нас купается, чапа. Чистенькая будет девочка. Чистенькая, да. Ой, не любит купаться. Вот эта мордаха не любит купаться, да. Не любит, стоит. Стоит, давай ушки помоем. Лапки, опускайся. Опускайся, у тебя целая ванна. Набрано. Да, моя лапа, нельзя. Ну чего ты, бай, сейчас все смоем. Да, не бойся. Вот такая бояка-бяка, ребята, на меня. Чапа. Да, сейчас будем смывать. Привет еще раз. В общем, что я вышла, да, показать вам. Мажусь, значит, неделю я этим кремом салантром. Ну, это опять... про свою розацию говорю. Вы знаете, все вот эти вот... Не стесняюсь, ничего не боюсь. Показываю все, как есть. Потому что у многих людей, вдруг кто-то будет смотреть мои видео, рекомендованные, да, помогает крем. Да, он не дешевый, но это единственное, что стало. Вот, видите, гнойничковых уже нет. Вот сейчас без тоналки, без всего показываюсь вам в естественном виде утром. Только встала и умылась, нанесла увлажняющий свой крем. Он такой жирненький, поэтому лицо чуть поблескивает. И мне так появилась надежда. Ну, хотя бы на какое-то время, на ремиссию, может быть. А главное, что еще? Питание соблюдать. Понимаете, при этом заболевании кожи, которое идет, ну, конечно же... что-то там с организмом, да, у каждого свое. Я говорю, опять еще раз говорю, врачи не знают и не могут объяснить, от чего причины розации. Такие расплывчатые гормональные сбои, желудочно-кишечные тракты, там, потом, значит, сниженный иммунитет, тонкие сосуды слабые, тушит сосуд заболевания. В
общем, никто ничего не может сказать, в принципе, как у нас, ничего объяснить не могут. Что говорят сразу? Хорошо, хоть не сказали, знаете, фразу такой. А ничего страшного, это у вас возрастное. Вот эта фраза у них не сработала. Ну, просто у меня дерматолог хороший. Женщина, прям я прям, если вдруг кто-то что-то, прям я порекомендую, у кого-то какие-то проблемы, не только там с розацией с этой, да, там, может, там угревальсип, там, или еще что-то, дерматит какие-то, прям могу с удовольствием дать вам ее телефончик в Волгограде, она в областной больнице работает. И просто сейчас на камеру очень ярко кажется, да, на самом деле нет, и я прям рада, что вот она как проявляется, розация, она проявляется... Вот начинает гореть лицо, гореть и зудеть. Еще раз отклонился от питания. Ничего нельзя, никакие пирожные, никакие мороженые. Где есть ванилин, нельзя. Еще раз говорю, спиртные напитки нельзя. Курево противопоказано. В общем, я и так, слава богу, не курю. Ну, в общем, здоровый образ жизни. Ни солености, ни маринованности. Ну, я, в принципе, к этому, к питанию легко отношусь, потому что я как бы всю жизнь так питаюсь. Не очень-то люблю ни острое, ни перченое, ни жареное, ничего. Но шашлыки ем, конечно, как и все шашлыки люблю. Ну, шашлык – это дело святое. Там, в принципе, ничего такого нет на костре. Нормально. Лишь бы в шашлык не было никаких специй дополнительных там добавлено. Вот лук... мясо, ну, там, если маринад, кто какой, там, кто делает с маринадом, кто не делает. А я вот люблю просто вот даже вот без всяких там минералок либо чего, вот лук с мясом полежал, собственно, в соку промариновалось, просолилось, там, и вот такой шашлык, чтобы был. Главное уметь его пожарить. Вы согласны со мной? Если согласны, ставьте лайки. Ну и вот, после купания у нас началось растирание. Растирание об ковер. Это вот прям вот любимое, вот любимое. Как будто она не искупалась с шампунем, а испачкалась и обтирается сейчас мордашу свою. Чапа, ну что это такое? Ой, ой, ой. Ой, и трясемся, и трясемся, и трёмся. А где подружка Чапина? Где подружка? Чапа, где твоя подружка? Вот это лежит ее подружка. Где твоя подружка? Где? Где твоя подружка? Ну, покажи. Где твоя подружка? Хватит, отвлекайся. Ты уже почти сухая. Чего ты? А? Чего ты, Чапочка? Ой, ты моя девочка. Он как мы любим, любим обтираться. Любим ковер, любим. Привет, друзья. У нас, как всегда, резко поменялась погода. Только на день Иловли было тепло, замечательно. Вечером вообще где-то плюс. Ветер дует, слышите? Он везде дует. Погода резко поменялась. Плюс 6, дождь, промозглый ветер. Бегу сейчас в Магнит Косметик. Там, как оказалось, у меня нет ни одних новых колготок. Думала, что есть, а их нету. Вот сейчас иду покупать, утепляться, как говорится. Куплю колготки, зайду в поликлинику, сдам очередной анализ на гормоны щитовидной железы, пришел период, и буду возвращаться. Девчонки, снимаю, какие купила колготки, ну, то есть не для того, чтобы там похвалиться, какие нет. Я вот все время покупаю вот такой фирмы, Канте, да, Конте, правильно, не знаю, как они называются, если что, поправьте, но мне они очень нравятся. Купила в этот раз 20 Дэн телесного цвета, вот видите, черного, двое, они у меня вышли по 199 рублей. Вот эти вот, парочка вот этих колготочек. Купила, значит, тоже этой же фирмы Экспресс, но 40 ден. 3М-ка у меня размер. 40 ден, сейчас скажу, сколько они вышли за Экспресс, да, 379 рублей. Вот эти вот колготки. Я их брала, видите, обратите внимание, они вот видите здесь, как все хорошо обтягивают. Именно вот 40 ден
этой фирмы «Экспресс». Замечательные колготки, покупайте. Ну, я не знаю, может, вы к каким-то другим привыкли. Я вот эти вот все время беру. И ни в коем случае это не реклама, ну, просто вот то, что испробовала. Ну, у меня колготки вообще редко рвутся, поэтому я их просто выбрасываю. И купила 80 ден, прям утеплилась капитально, да. Значит, они у меня вышли, ну, они же такие, как простенькие, без всяких там экспресс-утяжек, за 279 рублей. Вот. Итого я отдала 1000 рублей за все эти колготки. Да, конечно, никакие скидки я не попала. А скидку ждать мне некогда, нужно было покупать колготки. В общем, за четверо колготок я отдала, ну, грубо говоря, 1000 рублей. Ну, в принципе, так она, стоимость такая вот она, в принципе, и есть везде. Просто вот эта вот фирма, да, я ее уже, ей много-много раз пользовалась этими колготками, мне не нравится. И вот взяла все четыре именно одной фирмы. Так что вот так вот рекомендую, берите. Магнит Косметик я купила. Ну, их везде ж продают, так что смотрите сами. На этом я хочу закончить свой такой видео-влог. Всего доброго, всего хорошего. Не забывайте подписываться на мой канал Инстаграм, ставить лайки, делиться видео. Мне будет очень приятно. Спасибо вам. С вами была ваша Света. Пока-пока.